Hi, gentlemen. This is the main event of the evening. You know about the rules, everything what you need to know. Please, fight fair, fight well online. Follow my instruction and protect yourself, especially in the defense. Okay? If you want to touch gloves, do it now and go back to your corner. Touch gloves? No touch gloves? Yes. Go back to your corner. Good luck in the fight. Все готово к началу главного события турнира Fight Nights Global 70. Бой в полусреднесовой категории Русимар Пальхарас против Алексея Иванова. И вот если вы посмотрите на Русимара, ну никак не скажешь, что этот человек сейчас весит 77. После взвешивания набрал очень много. У Алексея же есть преимущество в росте, тоже очень приличное. Все внимание в клетку. С джеба начинает Иванов. Да, Алексей, наверное, будет пытаться держать оппонента на дистанции, расстреливать его издали. Да, бороться очень опасно с Пальхарасом. Поэтому и Алексей не скрывает расчет на нокаут именно. Проход по две ноги. И ошибается бразилец. Тут же ищет пятку. Пошел болевой прием. Это техническое действие Пальхарас. Просто великолепно сдается. Вот так вот. 16-я победа Русимара Пальхараса. 16-я победа приемом. И большинство из них он...